Здравствуйте, это проект «Заряд бодрости», и я приветствую вас на динамическом комплексе. Проводит для нас его Ирина Шиляева. Привет, Ирина. Привет, Радмила, привет всем. У нас четвертое занятие, мы подготовили свое тело, и я передаю тебе слово, что нас ждет сегодня. Сегодня нас ждет мощный силовой урок, достаточно интенсивный, сильный. А если у вас что-то не будет получаться, пожалуйста, не отчаивайтесь, просто пропускайте какие-то элементы, либо делайте все по своим возможностям. И еще я хочу добавить, не бойтесь сложностей, можно не делать действительно этого, остановиться, но не бойтесь давать себе нагрузку. Вы увидите, что ваш характер так станет намного сильнее. Ну что же, начинаем. Начинаем. Встаем на начало коврика, стопы вместе, руки в замок, ладони в пол. На вдох вытяжение вверх, подъем на носки. Не разваливайте в этом положении пятки, держите их вместе, коленные чашечки подтянуты. Собирайте тело, у нас вся практика будет направлена на собранность. Выдох, пятки опускаем в пол, левой рукой за правое запястье вытянулись влево, растянули правый бок. Вдох, возврат, правой рукой за левое запястье вытянулись, растянули левый бок. Вдох, возврат, через стороны руки вниз, стопы, ширина плеч, ладони на поясницу, комфортный прогиб. Выдох, наклон. Руками беремся за щиколотки. Ноги в коленях можете сначала подсогнуть. Соединяем живот с бедрами. И с этого положения пробуем ноги в коленях выпрямить и выполнить более глубокий наклон. Хорошо, посмотрели перед собой. Ладони поставили на пол. Одна виньяса животом вниз. Уводим ноги назад, планка. Выдох, чатуранга. В чатуранге задержались на несколько циклов дыхания. Вдох, собака мордой вверх, макушкой вытянулись, плечи расправили, грудь толкаем вперед. На руках не висим, руками толкаемся от пола. Выдох, собака мордой вниз, таз толкаем вверх, плечи разворачиваем наружу, вытягиваем спину, дышим несколько циклов дыхания. Голову, шею держите расслабленными. Хорошо. Стопами подшагиваем немного вперед. Подходим руками к ногам. С круглой спиной позвонок за позвонком. Подъем вверх. Расправляем плечи. Соединяем стопы вместе. Уводим таз назад. Поза стула вытянулись. Настройтесь на балансовый вариант. Взгляд вперед. Стопы переводим на носочки. И с этого положения делаем 4 приседа. Настолько, насколько получается. Опускаем ягодицы вниз. Возвращаемся в позу стула. Сохраняем баланс. Вытянулись, держимся. Опустили пятки в пол. Таз увели назад, живот кладем на свои бедра, руки вытягиваем вперед. Представляем, что сидим на стуле, сильные ноги. Ноги в коленях выпрямили, таз толкнули вверх, перекрестили руки. Свободно свисает корпус, вытянули спину, дали отдых ногам. Расправили руки с круглой спиной, позвонок за позвонком, подъем вверх. Расправили плечи. Немножечко можно шагнуть вперед, чтобы у вас было расстояние, куда вы сможете сесть. Соединяем стопы вместе, у нас будет динамическая связка, выполнять мы ее будем 6 раз. Вдох, таз назад, поза стула, вытянулись. Пупок подтягивайте к позвоночнику. Сильные, крепкие мышцы живота и спины. Выдох, ягодицы опустили на пол, навасана. Ноги в коленях согнуты. Делаем половинчатый вариант. Руки вперед, ладони смотрят друг на друга. Грудь все время тянем вверх. Опускаем поясницу на пол, выпрямляем ноги, артханавасана. Руки выводим за голову. Сильные мышцы живота. Вдох, навасана. Опускаем стопы на пол. Кому тяжело с этого положения будет подниматься, перекрещивайте стопы, перекрещивайте щиколотки. Кто может одним движением подниматься, вернулись в позу стула.
и продолжаем более динамично. Ягодицы на пол навасана. Ардханавасана. Вдох навасана, уголочек держим. Выдох, стопы опустили, поза стула. Выдох навасана. Ардханавасана. Вдох навасана. Поза стула. Выдох навасана. Ардханавасана. Навасана. Поза стула. Еще чуть-чуть осталось. Выдох навасана. Сохраняйте все отстройки корректными. Выдох ардханавасана. Вдох навасана. Поза стула. Последний раз. Выдох навасана. Плечи расправлены. Выдох ардханавасана. Вдох навасана. Поза стула. И выдох, руки опустили на пол, ноги в коленях выпрямили. Посмотрели вперед, расправили спину. Через виньясу животом вниз уходим в положение лежа. Планка, чатуранга. Вдох, собака вверх. Выдох, собака мордой вниз. И аккуратненько легли на живот. Ноги в стороны, руки в локтях, сгибаем ладонь на ладонь, лоб на ладонь. И несколько циклов дыхания мы лежим, восстанавливаемся, отдыхаем. Хорошо, продолжаем. Руками упираемся в пол, собака мордой вниз, толкнули таз вверх, вытянулись. Сгибаем ноги в коленях, колени опускаем на пол, положение кошечка и несколько циклов в кошечке. Вдох, прогиб, выдох, скругление. Добавляем вращение, корпусом очерчиваем круг. В другую сторону. Хорошо. Снова толкнули таз вверх, собака мордой вниз, вытянулись. Посмотрели вперед ногами, подшагнули к рукам. Через перекрест ног пересели на ягодицы. Ноги в коленях согнуты, руки увели назад, пальцы смотрят вперед перед собой. Правую ногу, бедро накидываем на бедро левой ноги. Если получается, завязываемся в узелочек. Если не получается носочек завернуть за голень, оставляйте просто бедро на бедро. С этого положения поворачиваем бедра в левую сторону, корпус в правую. Вдох, возврат. Дальше аккуратненько пробуем. Возможно, здесь вызовет у вас сложность поднятия таза вверх. Смещайте вес тела в стопу левой ноги и затем толкайте таз вверх. Три точки опоры. Правое бедро развязали, стопу поставили на колено левой ноги. Таз продолжаем толкать вверх. Либо задерживаемся в этом положении, либо пробуем толкнуть правую ногу вверх. Аккуратно уводим таз назад, левую ногу выпрямляем, правая нога в воздухе. Кому тяжело, ногу опускайте. Руки в локтях прямые. Опустили. Отлично. Расправили плечи, повторяем связку на другую сторону. Согнули ноги в коленях, левую ногу на правую, завязались. Поворачиваем бедра вправо, корпус влево. Развязываемся, поворачиваемся. Стопа правой ноги опорная. Вес тела в стопу. Таз приподнимаем вверх. Три точки опоры держим.
Развязываем левое бедро, стопу ставим на колено. Выбираем, либо остаемся в этом варианте, либо толкаем левую ногу вверх. Таз все время толкаем вверх. Живот подтянут, сильные мышцы спины, сильные руки, сильная брюшная полость, сильные ноги. Таз назад, левая нога в воздухе, правую ногу в колени выпрямили, держимся. Опустились, расслабили плечи. Несколько движений. И у нас завершающая силовая связка перед отдыхом. Сгибаем ноги в коленях. Называется она виньяса животом вверх. Руки уводим назад, пальцы смотрят вперед. И мы будем выполнять ее 6 раз. Стопы держим на ширине плеч. На вдох толкаем таз вверх, поза стола. На выдох уводим таз назад, ноги в коленях прямые. Вдох, таз вверх, выдох, назад. Вдох, выдох. Движение синхронизируем с дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Последний раз вдох, таз вверх, выдох, таз назад, ягодицы опустили. Поперекатывались с ягодицы на ягодицы, руками беремся за стопы. Если не получается за стопы взяться, руки кладем по сторонам от голени. Хорошо вытянулись, уходим в наклон. Стараемся живот направить к бедрам, затем раскладываем грудной отдел. Расслабляем мышцы лица и отдыхаем. Прикройте глаза. Вся практика была силовая. Сейчас позвольте себе перейти в состояние расслабления. Отпускайте напряжение с мышц. Если дыхание сбилось, восстанавливайте его. И с круглой спиной мы поднимаемся. Через стороны поднимаем руки вверх, вдох. А выдох, ладони намасте перед грудью. И мы завершаем практику. Спасибо, Ирина. Здоровья. Конечно, это было вау. Вы, наверное, со мной согласитесь. Ирина, откуда в тебе столько сил? Я не понимаю. Это все регулярная практика. Ну вот на самом деле, поделись, ты долго шла вот к такому? Я не могу сказать конкретно к этому, потому что, в общем, силовой аспект в практике также нужно развивать как гибкостной. Поэтому каким-то элементом идешь дольше, каким-то элементом идешь несколько лет, какие-то элементы осваиваются за несколько месяцев. Йога – это она соединена из очень мелких деталей, которые необходимо учитывать. А когда мы начинаем изначально заниматься, мы все-таки воспринимаем все в общем, и эти детали упускаем. И иногда практика не идет в прогресс. Потом мы начинаем знакомиться с телом, углубляемся и постепенно начинаем прогрессировать. В любом случае, эта практика, она была приятная, несмотря на то, что силовая. Ну, удалось прочувствовать свое тело, и действительно, я ощущаю бодрость. Надеюсь, вы тоже. Спасибо, что присоединились, и вы молодцы, если прошли это занятие вместе с нами. Всего доброго, крепкого вам здоровья, до свидания. Намасте.